В минувшую пятницу в администрации нашего городского округа прошла церемония чествования победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Все подробности смотрите далее. 7 ноября по 15 декабря 2023 года на территории нашего городского округа проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В ней приняли участие 519 учеников из всех образовательных учреждений Фокино. Чуть менее 100 человек стали победителями и призерами. Из них гимназистов 55, 9 из которых стали обладателями золотых медалей. Это событие было отмечено в торжественной обстановке администрации округа, почетными гостями которого стали руководитель муниципалитета Александр Баранов и председатель Думы городского округа Зато-Фокино Александр Штолбе. В зале не было свободных мест, все хотели с гимназистами разделить их триумф. Как замечательно, что есть у нас ребята, чьи ум и знания приносят славу всем. Ведь именно о вас произнесут когда-то вы гордость и надежда гимназии, города и страны. Победители и призеры Всероссийской школьной олимпиады получили не только грамоты, но и денежные премии. Особенным это торжество стало для семиклассников, которые первый раз участвовали в интеллектуальном состязании такого уровня. Светлана Зубрилина, вручая награды победителям, отметила значимость Всероссийской олимпиады и необходимость расширять номинации. Я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы участвуете в олимпиадах. У нас с каждым годом номинаций становится больше, предметов. И вот все предметы, которые в школе изучаются, все до одного, по всем предметам есть олимпиады. Но, к сожалению, не во всех олимпиадах наши дети принимают участие. Но надеюсь, что со временем мы будем во всех предметах принимать участие и выйдем победителями и поедем на Всероссийскую олимпиаду в край. Церемония чествования талантов, упорства и ума продолжил Александр Штолбе. В своем выступлении председатель Думы отметил, что участие в предметных олимпиадах позволяет каждому проявить свои личностные качества, которые обязательно пригодятся в жизни. Для того, чтобы выявить таких людей, и проводятся олимпиады. Ну, они, видите, повелись, поучаствовали. Мы их сейчас за это поощрим. Накажем. Поощрим. Небывалый успех участия на Всероссийской олимпиаде школьников – это результат упорного труда тандема учащегося и педагога, которым повезло найти друг друга, прислушаться, понять и в результате выработать успешную стратегию покорения олимпиадного пьедестала. Глава городского округа Александр Баранов отметил ведущую роль педагогов и родителей, которые были надежной опорой для юных гениев гимназии. Хочу выразить благодарность родителям и педагогам. Вот те звездочки, которые сейчас восходят на небосклоне, так сказать, науки, они с кем-то сформированы, порождены, и все грани, как говорится, отточены, отшлифованы, и в результате мы получаем победы на олимпиадах. От всей души благодарен всем, кто занимается таким хорошим трудом, как выращивание звезд нашей науки. Спасибо вам. Дмитрий Бобер вручил благодарственные письма педагогам и наставникам, чей профессионализм и самоотверженный труд, терпение и отзывчивость вдохновляют ребят на новые победы и достижения на интеллектуальном поприще. Отмечены были также гимназисты, победившие в муниципальном этапе викторины первооткрывателей. Необычным стало чествование родителей талантливых гимназистов. Им, кроме добрых слов, были вручены стилизованные красные сердца, как символ признательности за воспитание потенциальных двигателей российской науки. Благодарность родителям за то, что вы у нас есть, за то, что вы у них есть, за то, что вы всегда с нами, за то, что вы помогаете нам, помогаете детям, за то, что вообще они родились у вас. Спасибо вам огромное. Праздничное настроение всем собравшимся поддерживали творческие номера, которые подготовили гимназисты под руководством своих творческих наставников. Были танцы, выступления признанных солистов и сводного хора гимназии. Россия – это сила! Позади напряженная интеллектуальная борьба, которая требовала максимальной концентрации, целеустремленности, нестандартных идей. Желаем призерам и победителям не останавливаться на достигнутом. Пусть эти покорившиеся вершины станут для вас стартовой площадкой для развития талантов.